Торгово-развлекательный центр «Азия Молл» в очередной раз порадовал своих посетителей интересным событием. В этот раз здесь преподнесли сюрприз поклонникам поп-рок-группы «Город 312». Очередную, уже четвертую звезду на Аллее Славы вручили этому музыкальному коллективу. Торжественную церемонию посетили многочисленные фанаты популярного коллектива, который родом из нашего города. С трудом справившись с волнением и стеснительностью, они исполнили свои любимые песни из репертуара любимой группы. Останусь пеплом на щеке, останусь светом далеке, в твоих руках дыхание ветра. Сама церемония проходила очень весело. Прямо с самолета в торгово-развлекательный центр приехала солистка группы «Город 312» Светлана Назаренко. У музыкального коллектива очень плотный гастрольный график. Если ранее торгово-развлекательный центр «Азия Молл» дарил по одной звезде, то в этот раз пятиконечную преподнесли не только самой группе, но и персонально ее солистке. Откройте и посмотрите. Давайте поддержим, а? А это наш коллектив. Да. Вот он. Светлана Назаренко. Об этом мероприятии Светлана Назаренко узнала совсем недавно. Очень приятно, признается исполнительница, что теперь в родном городе в честь их коллектива появится символ признания их вклада в музыку и не только. Ведь своим творчеством ребята прославляют нашу столицу на международной эстрадной арене. Все время вспоминаю, помните разные Оскары, там вручения и так далее. И там, когда говорят, там плачешь, там что-то такое. Здесь совершенно другое. Здесь у меня возрастает чувство ответственности невероятно, просто до неба. Я понимаю вообще, в принципе, как смотрят на меня и на наш коллектив, земляки наши. Поэтому, честно говоря, мне страшно немножко. После церемонии официального открытия поклонники группы «Город 312» поднялись на третий этаж торгово-развлекательного центра «Азия Молл». Там их ждал еще один приятный сюрприз. По уже сложившейся традиции, все желающие смогли сфотографироваться со Светланой Назаренко и взять у нее автограф. Привет, как тебя зовут? Напомним, главная цель создания Аллеи Славы – увековечивание имен выдающихся личностей Кыргызстана, эстрадных исполнителей, спортсменов, юмористов, всех тех кыргызстанцев, кто добился значительных достижений на своем поприще и полюбился гражданам. Мы вручаем звезду солистки группы «Город 312» Светлана Назаренко. Звезды наши вручают за вклад в развитие культуры Кыргызстана. Мы очень рады, что она уделила нам время, что она прилетела, что она нас поддержала. Напомним, первая звезда на этой аллее досталась легендарной группе «Лес». Далее на ней, можно сказать, увековечили имя эстрадного певца Мирбека Атабекова и ребят из КВН-команды «Азия Микс». Место перед парадным входом в торгово-развлекательный центр «Азия Молл» хватит на 150 звезд.